Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Слушайте, прям жарко. Прям в комнате жарко. У меня открыто окно здесь. И вот там тоже открыто окно. И прям жарко. Вот и лето пришло. Словно и не бывало. Видите, мои цветочки растут. Орхидейка, кстати, скоро стрелу пустит. Там прям вообще вот-вот-вот она уже прям пустит, там зарождается стрела. И видите, вообще все цветы прекрасно себя чувствуют. Как я себя чувствую, так и цветы у меня чувствуют себя хорошо. Доброе утро. Лето, все, прям жара, прям реально жарко в квартире. Ой, супер. Вчера с Аней посидели в ресторане, выпили по бутылочке вина. Блин, губа болит. Кто там классный? Кто там спрашивал про зубные пасты, какими я пользуюсь? Кто-то спрашивал, девчонки. Вот такими я пользуюсь. Бережное отбеливание, сенситив обязательно. Обязательно берите, если у вас чувствительные зубы, или, например, как у меня, вставные, обязательно берите сенситив, обязательно. Вот. Это из, как он называется, из бизнес-класса, блядь. Паста. Вот такая у меня еще есть паста. А. Что, вода-то на ней? Такая еще паста есть. Я просто чередую. Чего она мокрая? Чередую просто. На самом деле, реально классная паста. Мне очень нравится. И вот такая у меня еще есть штука. Новая. Вчера купил. Офигенная. Очень клевая. Морская. Ой, блядь, морская. Морозная мята. Сегодня морская это я, блядь. Черепашка по имени Наташка. Вот как мне нравится Зинфандель вино. Вообще просто по бутылке, наверное, розу выпили вчера. По бутылке. И ощущение, что как будто бы я вообще не пил. Сегодня мы делаем золотые. Как говорит моя подружка из Бельгии, не поможет, но и не помешает. Клоун Яша. Вообще охеренный патч. Так клево держатся. Реально не стекают, не сползают. Вот так, девочки. Учитесь быть красивыми от меня. Учитесь пить вино и при этом еще ухаживать за собой. Чтобы никто не заподозрил, что вы пьете вино. Понимаете, девчонки? Так надо бухать. Бухать надо красиво. Ну что, пойдемте пить кофе. Даже ириски жарко. Всем жарко. Всем жарко, да, дочь. Так, девочки, надо прям начать приводить себя в порядок. Надо начать заниматься спортом. Прям активно. Закончить эти попойки. Раз в 3 дня, 4. И как-то, ну, блин, такая погода. Скоро лето, скоро пить пиво на улице, на лавочках вот здесь. Здесь мы часто садимся и выпиваем. Ну, вру, не здесь, во дворе, вот здесь, вот там во дворе. Чтоб нас никто не видел, что мы алкаши. Какое солнце. Классный патч вообще. Прям, девчонки, рекомендую. Голова моя глупая. Сегодня рыбку будем готовить. Надо приготовить рыбку, а то она испортится, выкинется. Жалко.
будет очень жалко. Жарко, жалко. Жарко, жалко. Ну-ка, попробуйте произнести быстро. Жарко, жалко. Жалко, жарко. Жалко, жарко. Сошел с ума кто-то из нас. Девочки, с 1 июля Таиланд открывают. Опять новости прочитал. Так радостно на душе. Так радостно. Мне кажется, я с этой прической похож на этого Джастина Бибера. Престарелого. Престарелый Джастин Бибер. Ты не укладывался. Я вчера вечером ходил в душ перед сном. Девочки, у меня такое прекрасное настроение, я понял, я, блядь, человек солнце. На улице солнце, и я прям это, мне прям кайфово. Посмотрите. Просто, блин. Я, видите, под чуть-чуть подзакрыл эти, как его, шторы. Вот. Потому что реально, блин, жарко прям становится. Прям жарко. Это так прекрасно. Девочки, а помните, видео вчера снял? Но я так ничего не обрезал. Видео отснял и нихера не сделал. Ну, так себе я вообще. Этот, как его, садовод. Девочки, я вчера, кстати, скачал программу. Блядь, я усался вчера. Для этих стрижек, где применяют волосы. Короче, по фотке. И это... Ну, что вы думаете? Я себе длинные приставил такие, знаете. Думаю, нарастить теперь пойти, может быть. Думаю, вы меня не поймете. Я угораю, девочки. У меня сегодня настроение такое игривое. Видимо, пизды получу. Это, кстати, сегодня этот, полнолуние. Сегодня нужно... посмотрите в гугле, что нужно сегодня делать. Сегодня полнолуние, обратите на это внимание. И, кстати, обряды делают сегодня на Асики, на денежки, на любовь. Сегодня очень мощный день, очень. Поэтому имейте в виду. Сегодня и по Таро можно делать расклады, прям очень крутые будут, прям просто в самую соточку, что ни на есть. А можно через Таро решать какие-то вопросы, проблемы. Вот. Я сегодня буду этим заниматься. Ой, прекрасное настроение такое. Великолепное. Привет, малыши, карандаши, еще раз. Я гуляю все на райончике, по делам хожу. Сегодня настолько тепло, что я в одной футболке. Но в пуховике. Не стал надевать пальто, потому что я думал, холодно будет. У нас здесь видео. Смотри, такая красивая. В сторону дома. Вы же, кстати, ни разу не видели мой райончик с другой стороны. Вон, где вот видите, помнишь? Чтобы вы понимали, где я нахожусь. Блять, ну это говно мессириди. Женя. Смотрел на моем канале Квенка Таро. Ну, мало того, что на апрель для всех знаков зодиака. Зодиака. Олей. Олей. Для всех знаков. Видите? Зодиака. Прогнозы на апрель. И на днях. Позавчера я выставил видео, называется «Полная чаша». Это про финансы, про ваши. Я вам дал советы, как их улучшить. Поэтому переходите
по ссылочке под этим видео. И это подписывайтесь, смотрите, ставьте лайки. Может быть, я вам помогу, может, у вас реально появится еще больше денег. И вы будете наслаждаться жизнью. Поэтому переходите реально, ребятки, девчонки. И все будет хорошо. Не бойтесь. Да. Сейчас вроде у меня нет налички вообще. Мелочка. Вообще нету. Я просто думаю, что сейчас. Что дома? Мелочка. Что вы? Ничего. А чего вам плохо? Не ем денег. Мне правда нет. Ни копейки. Что? Так нет вообще ни копейки. Вам может еды купить? Что? А где магазин? Пойдемте. Что вы хотите? Лекарство. Так поесть или попить? Не надо лекарство. Ну, походу вам нужен алкоголь. Нет. Яна. Ой, блядь. Реально, не копейки? Такая, знаешь, это, говорю, может быть, вам купить еды? Она такая... И такая видит мужчину и хотела уже такая у мужчины спросить. Я опередил ее мысли и спросил, говорю, что ему купить. Ну, блядь. Нет, была бы мелочь, я бы отдал. Не, вообще не рубля, вообще не рубля. На зеленом пуховике, в котором я был вчера, по-моему, там есть рублей 90 десятиками, причем с того сезона еще. С 2019 года лежит, видимо, эти 90 рублей там десятками. Сейчас покажу вам дома. Смотрите, у нас какие дома. Такие дома есть в этом, в Красноярске. В Железногорске, под Красноярском. Такие дома есть. И у нас есть. У нас вообще все, мне кажется, дома. Собраны все дома. Все варианты домов, которые были по России раскиданы. Очень тепло. Я не знаю, сколько плюс, наверное, плюс 10, честно, но Google знает. Google знает все. Так. Погода. Плюс 10. Видите? Плюс 10 моя непрочитанная почта. Надо посмотреть, что там пишут. Детиночки. Такой сквер у нас. Тухачевский Михаил. Кто? Николаевич. Ой, я тоже Николаевич. Понимаете? Слушайте, а как снимают некоторые блогеры на эту, как она называется, на камеру, когда вот, ну, вот так вот тебя видно, вот так вот. Это как они их снимают? Или они так притягивают? Скажите, пожалуйста, мне просто нужно развернуть, тогда я не буду видеть, что я снимаю. То есть развернуть основной камеры, да, снимать надо? И ведь качество будет лучше, если основной снимать. Только я не понимаю, как это делать. Подскажите, пожалуйста, кто блогер? Кто еще смотрит меня из блогеров? Вы же все блогеры. У всех же YouTube-каналы. Все же создавали себе YouTube-каналы. Аптека. Аптека «Мелодия здоровья». Вообще, я очень люблю свой район. Он прям офигенный, он прям классный, он такой уютный. Он такой теплый, домашний. Кайфовый, очень кайфовый. Прям как я. Поэтому мы с этим районом одно целое. Голова что-то трещит. Прям что-то я шел, меня что-то там замкнуло. Что могло бы замкнуть, если там нечего замыкать? Что-то, видимо, там это... Что-то там, наверное, это есть чему, видимо. Когда-то давно, когда я приехал только в Москву, у меня, короче, подружка была, она жила на Братиславской, метро такое Братиславское. И она купила квартиру вот в таком подобном доме на Братиславская. Братиславская, все правильно, салатовая ветка внизу.
Она купила, короче, квартиру вот в таком доме. Чтобы вы понимали, она работала в Сбере, в Сбербанке. А руководителем под ней было, по-моему, порядка 7 офисов. Ну, Сберов. Ну, видимо, на каком-то районе она курировала их. И, короче, она решила взять ипотеку в таком доме, вот прям один в один дом. Кирпичный, вот такой же рыжий, с такими балкончиками выпуклыми, треугольными какими-то непонятными. Ну, короче, прикиньте, она купила квартиру за 5 миллионов в то время. Это было лет... Ну, это там было, блин, дохера лет. Вот лет 12 точно назад. И, короче, с ней 15, блядь, не 12, наверное. Представляете, она взяла в долларах ипотеку, платила 5 лет. Она 5 лет за нее платила исправно, подлетел доллар, ее платеж просто стал в 2 раза, она стала платить там не 60, а 120. И это был просто трэш. И что, в итоге банк забрал ипотеку, квартиру. Просто отдала банку, она где-нибудь, я не могу ее осилить. И потом она вышла замуж и купила себе этот, как его, уже с мужем. Купила двухкомнатную квартиру. И, кстати, после 40 родила двоих. Двух девчонок родила. Ну, не сразу, а с разницей, наверное, года 2. И сейчас, наверное, 45, может быть. Что больше, чем было, блядь. Или после 30, в 39 на первого родила. Ну, что-то такое. Первую девочку. И потом через года 2 вторую девочку родила. Прекрасные девочки. Это же такие, знаешь, две истории вам рассказал. О том, что ипотеки нужно брать только в той валюте, в которой в стране вы живете. Ни в коем случае ни в каких долларах и евро. Потому что реально курс непредсказуем. Это хорошо, что он упадет, но он не упадет, вы понимаете, да? И это. И рожать можно после 40 спокойно. У меня, кстати, 20 случай. Вообще не понимаю, почему здесь я и он рассказывает истории про рождение детей. Что-то наверное. Смотрите, у нас прям пруды здесь. Пруды. Дождик, я иду по лужам, мне никто не нужен. Песня. Кто помнит, напишите, кто помнит, кто поет. Вот так я говорил, как вот так вот снимать себя, вот скажите мне, вот под таким углом. Собака. Собака, привет. Пруды. Все, мои хорошие. А здесь прям река. Все, люблю, целую. Пока-пока.